Романтическая фантазия под музыку, вдохновленную сонатой Бетховена. Именно такой предстала новая коллекция «Осень-2013» венесуэльско-американского дизайнера Каролины Эррера на неделе моды Mercedes-Benz в Нью-Йорке. В этот раз наряды отличались особой элегантностью. Палитра цветов вечерних платьев и повседневной одежды весьма разнообразна, от оттенков розового, коричневого и серого до рубинового, сапфирового и изумрудно-зеленого. Модели идут по подиуму под музыкальное сопровождение, которое называется «Капричо для Каролины». Оно было специально создано для показа по мотивам сонаты Бетховена номер 9. Музыка является очень важной частью этой коллекции и была создана по мотивам сонаты Бетховена для фортепиано и скрипки. Это было частью процесса создания всей коллекции. Это коллекция в стиле 40-х годов прошлого века для 2013 года. В ней присутствует много драматизма, много романтики и немного меланхолии. Дизайнер говорит, что начинается показ с приглушенных оттенков, а потом, как и музыка, палитра нарядов переходит на крещендо, то есть самые громкие цветовые ноты. Узкие талии, фигурные рукава и простые юбки со шлейфом – от всего этого веет духом Голливуда 40-х. Настроение создают отделка бисером и камнями, а также ткани, шелк, шифон, сатин и вельвет. Еще одна изюминка – разноцветный мех, который удачно сочетается как с пиджаками, так и с блузами и юбками. Эррера также создала несколько нарядов в белом и черном цветах. В таких платьях можно сразу отправляться на вручение «Оскара» или «Королевский бал». Неделя моды Mercedes-Benz в Нью-Йорке будет проходить до 14 февраля. Свои коллекции представят более 90 дизайнеров.